Вместе все преодолеем. Праздник мы спасти сумеем. Спасти Деда Мороза и Снегурочку. Такую задачу поставили детям ведущие праздничного вечера. В гости в пункт временного размещения, где живут семьи, прибывшие из ДНР и ЛНР, новогоднее настроение привезли сотрудники Самарского детско-юношеского центра «Подросток». Сегодня замечательный праздник. Новый год мы организуем для деток, вынужденных переселенцев. А детки очень разные, и маленькие, и большие. Но мы всех очень рады видеть на нашем празднике. Участники праздника танцевали, играли, участвовали в веселых конкурсах и, конечно же, загадывали желания. Я хотела пожелать в следующем году, чтобы мы были дома и все были здоровы. Хочу беспроводные наушники, спортивный костюм и конфет. Я бы хотел бы мирное небо над головой, всем счастья и здоровья. Праздник привезли и в пункт временного размещения «Дубки». Ребята из детско-юношеского центра «Мечта» подарили детям спектакль, в котором рассказали о ценности дружбы. Мы постарались создать сказочную атмосферу в игровой комнате и подарить ребятам хорошее настроение праздничное. Все верят в чудеса. Для детей это особо важно. А дети, которые живут здесь, для них, наверное, чудо должно быть вдвойне. От Деда Мороза и Снегурочки каждый ребенок получил сладкие наборы. В этом году в Самаре установлено несколько елок желаний. Выбрать открытку может любой горожанин и лично вручить подарок. Снять открытку с новогоднего дерева можно в департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки по адресу Куйбышева, 44, в районных подразделениях комплексного центра обслуживания населения и в городской думе. Светлана Тимофеева, Максим Гусев, Николай Сидоров. События.